Уже как 2 года активисты молодежного центра ПИТА проводят акцию, посвященную защите природы. Активистами центра проводилась очистка леса, который находится в городе Ниноцминда. Как говорят активисты центра, сколько бы они ни очищали леса от мусора, там все равно всегда собирается много мусора из-за отсутствия мусорных баков и небрежности самих жителей. Молодежный центр активист нем, у меня комментарий гуканг. Ор андернер мусор, а вакин, кани вор мусор не бак чега, мусор сах кудагвеле метеган. Лав кегне ор мусор не бак тенин, кор мусор ч кудагве андер меч. Ор жовтне ор ган кефенин, с гахдо чегнели андар. Менг мишт малайзерн центров проект энкере, мекани андернер генацел, бисти гелен, гамен челен, хемие геневин кожабегу андаре, мие диа макренге. Узен кое чума чагдо ден. Мы амментарик канг махренке ван генинг. Едев жовту канг агдо де жовчан. Аш ван чума ван агдо декил. Це тесне махрек. По данному вопросу активисты обратились к Камгебели Ниноцминского муниципалитета, чтобы узнать, может ли Камгеба помочь в приобретении мусорных баков. Мы подвластны профильму, я ведь тесен мель коммунацию рачунг мясник тирашабанкин зезе. Если ты киравен, то есть на седьмом секту муникаш хаделу, то есть если ты не мечавай, то есть коммуникация за мечавели хешту лавели, на уде вот у кашкадам нет кенек, это ян кам мечаван чем аснак тен зезет, коне зезан седо, ян это хава под захва будет, пар гиравен, то есть куда бери, то есть там барным тебу, тела хохан, то есть им надо хохамус. Да, в кочетяне, это пирадрин, гарачерти несколько. Медальзем гуманитарных мероприятий, это контейнеры. Спайдерцам, мы к ним надо нам хараки меч проблем, они кет каки контейнеры. Говорят, что это харак мы дальше обловим, мы нас оставили массы медальзем на хосе на.